Вы знаете, Русь – это собирательное такое имя наших земель. Это и Украина, и Россия современная, и Белоруссия. А говорят, что Сербия – это Серебряная Русь, а Пруссия, представьте себе, это Прибалтийская. Однажды в Тверской области, в городе Конаково, один мужчина включился в эту игру из зала и крикнул громко, что Грузия – это Горная Русь. Вот, я периодически это на концертах рассказываю. Я вот выступали мы в Геленджике года 4 назад, пансионате имени Ломоносова, там для ученых. После концерта зашел мужчина за кулис, представился, говорит, я историк, вот занимаюсь как раз этими вопросами. И вы знаете, ваш мужчина зала вообще-то недалек от истины.